Вы положили ее в нашу больницу, не так ли? Пусть делается все, что нужно. Телевидение ни за что не должно знать. Не будет попадаться под камеры. Если хочешь, давай я посыпаю себя песком, мама. Ты относишься как дура. Помолись, чтобы не стала жаловаться. Что будешь делать, если узнает отец? Из-за тебя все наше достоинство станет все равно, что как две капли. А что насчет моего достоинства? Мне надо было дать забрать моего мужа, ты так сделала? Папа, я ей сказала, что очень... Сейчас же едем домой. Ни с кем не будем видеться. Никаких приглашений. Не будем созваниваться ни с кем, кроме членов семьи. Садитесь.